Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами мастеров. Сакральные фигуры 19 век. Дерево, медный сплав, железо. 63 на 40 и на 7. Многообразие форм, которые создавали африканские скульпторы, не поддается учету. У каждой народности, в каждом поселении встречаются самые необычные артефакты. В них абстрактные геометризированные мотивы естественным образом сплавляются с узнаваемыми деталями и острыми характеристиками этнического типа. Можно с уверенностью сказать, что народы континента, вопреки всем теориям о параллелизме социального развития и искусства в обществе, создали собственный стиль в искусстве, не достигнув при этом экономической независимости. В данной работе нет ничего схематичного и примитивного. Это очень оригинальная двусторонняя скульптура, очарование которой основано на лаконизме силуэтов и сопоставлении цветов. Произведение, как было принято в регионе, посвящается культу предков таким оригинальным образом. Голова человеческая, тело абстрактное. Мастера изображали некогда жившего ныне духа и защитника племени. Вот такое описание я нашел в интернете к работе «Сакральная фигура 19 века». Пока-пока, до свидания.